Всем привет! Сегодня снова с вами Верность ТВ. И сегодня у нас две посылки. Это посылка... Свердловская область. Нифига себе, это Нижний Тагил. А Нижний Тагил рулит. Так, вот Виктория Владимировна. Ну что, поехали. Так, Саня, а это самое, как его? А интуиция что скажет? Саня. Так, вот здесь хлоргексидин по-любому. Вот в этом месте. Я чувствую просто. Остальное бинты тоже нужная вещь. И я думаю, перчатки резиновые. Проверим. О-хо-хо-хо-хо. Что ж это? Что ж это? Оно не открывается. То я что, я первый раз открываю, что ли? Все правильно. Так, стоп. Так, это... Чтобы не побилось, никто не отгадал. Это что-то такое, чего я сам не знаю. Так, это. Ну, посылка в посылке. Что-то вкусное. Так, это, наверное, будет раз. Вот это подарок. Это, короче, прикиньте. Ну, вот это вот. Это я пока отдельно положу. Спасибо, у меня есть уголок с иконами. А вот это вот, я так понимаю, это собака, которая очень вкусно пахнет. И если обратить, она сделана, как я понимаю, своими руками. Чтоб я так спал, как эта собака, а? Я вечно не могу выспаться. Это вот будет магическая собака для того, чтобы я просто спал. И никто меня не будил. Но интересная вещь. Так, это я положу сейчас отдельно. Спасибо. Так, это, Саня, я говорил. Перчатки хирургические. Раз. Так, едем, что тут еще? Так, капельницы. Капельницы. Капельницы, шприцы, вещь нужна. Потому что капельницы постоянно используются. Это... О, отличная вещь, катетеры. Это внутривенные для капельниц. Так. Едем дальше. Шприцы. Шприцы всегда нужны. Вот кто-то думает, ну куда им столько шприцов? Вы просто не знаете, сколько их уходит. Так, это миски. Миски для киски. Будут кошкам, они пойдут сразу вечером, пойдем на ферму и туда их отнесем. Так, так, ух ты, да быть такого не может. Так, ну-ка. Вот эту не считал и эту не считал. Молниеносный. Это про что книга-то? Так. Дмитрий, вам здоровья, счастья, удачи, всех земных благ. Бог в помощь. Спасибо. Честное слово, спасибо. Спасибо огромное. Ну, читать у меня очень мало времени, но придется. Сам не смогу читать, кого-нибудь заставлю вслух перед сном. Постепенно в нашей приютской библиотеке собираются книги. И я думаю, со временем у нас будет достойная библиотека. Но это я 100% думаю, это о волке. Это Джеймс Оливер Кервуд, «Молниеносный» называется. Никогда не слышал, никогда не читал. Санкт-Петербург, 2015-го. Да, это книга о волке.
Значит, придется читать. Так или иначе. Времени на чтение очень мало остается, но я прочитаю обязательно. Спасибо. Так, о, цифтриаксончик. Цифтриаксончик нужен. Так, это цифтриаксон. Все, цифтриаксон, и тут еще что-то. А это что такое? Ну, самый лучший антибиотик на белом свете – это цифтриаксон. Вообще-то. От всех болезней помогает. Так, а вот это вот что такое? Это тоже цифтриаксон. Спасибо огромное. Это все пойдет, как его сказать, вот на войне что подтаскивали? Снаряды к пушкам, к пулеметам. А здесь в нашу больничку идут медикаменты, те же самые боеприпасы. По-другому не скажешь. Все. Так, с этой посылкой закончили. Больше ничего нету, точно? Точно. Все. Так, и приступаем к следующей нашей посылке. Предыстория следующей посылки. Дело в чем, что эту посылку нам прислали из Германии, и все никак мы созвониться не могли. То связь прерывается, то у меня телефон на зарядке, то операции, то еще что-то. Наконец-то мы получили эту посылку. Из Германии отправить ее сюда очень дорого. Вот. И дело в чем, что каждый раз, получая посылки, мы с Саней проверяем свою интуицию. Мы стоим, короче, при получении, и Саня говорит, сейчас вот такая вот посылочка, вот такая вот аккуратненькая, миниатюрненькая, да? Я говорю, ага, сейчас такая посылка, говорю, будет, что вдвоем нести будем. Нам говорит, пройдите на пост получения посылки. Мы приходим на пост получения посылки, там реально посылка, которую мы несли вдвоем. То есть опять моя интуиция отгадала. То есть у всех желающих, у кого есть вопросы, задавайте. Я буду спрашивать свою интуицию, что она будет отвечать. Может, будет сходиться, кто знает. Потому что у меня интуиция работает не только на посылке. Ну что, открываем? Так, эта посылка у нас из Германии от Лидии. И мы начинаем ее открывать. Есть такое немецкое слово «шнеля-шнеля». Опа. Раз. Вот. Чик. Так, я даже не знаю, откуда тут начинать. Ого-го. Тут ого-го. Так. Здесь чуть-чуть отрезать надо вот так. Так, это пеленки. Вот это боеприпасы в нашу больничку. Дело в том, что люди, которые помогают нам больничным, мы имеем возможность, грубо говоря, в дальнейшем потом с помощью вот этих всех препаратов оказывать помощь. Так, это шприцы. Шприцы, так, это что-то на перекусь. Так, это мы сегодня проверим. Кажется, это как в детстве. Мы когда с братом в Германии жили, у нас на первом этаже в магазине магазин жвачек был, помню. Не, в соседнем доме. Ох. Так, это шприцы. Так, это у нас... А, я так понял, это вкусняхи к чаю. Так, вот это у нас что? Это опять шприцы. Это шприцы. О, это перчатки. Это тоже перчатки. Не, это не перчатки, слушай. Это не перчатки. Это что-то другое. А, все. Это не перчатки, это эластичный бинт. Вот это тоже очень спасибо огромное. Почему? Потому что эластичным бинтом крепче можно завязать. Но это как легкоступ или как его называют. Ну, короче, вещь нужная. Спасибо. Так, целых две упаковки такого, я понимаю, подарка нам. Так, это сюда. Это у нас. Так, это что такое? Так, это перчатки. Ого, я такую коробку не видел никогда. Восьмерки, как раз то, что надо. Вот восьмерки, потому что
маленькие перчатки, они женские, рука. Ну, вот у меня, допустим, в обычную перчатку рука не лезет. У Вадима тоже рука большая. Восьмерка самое то, что нужно. Вылетает со свистом, как надо. Вот огромное спасибо за это. Так. Перчатки. Это пеленки. Так, это еще иглы. Иглы тоже. Все нужно. И как вы обратили внимание, так, это все остальное идут пеленки. Дело в чем? Как вы обратили внимание, мы постоянно эти пеленки используем на операционном столе. Почему? Потому что очень удобно впитывает кровотечение, которое при этом бывает и тому подобное. Очень удобная вещь. Каждый раз мы за одну операцию сменяем по две, по три таких пеленки подкладываем. За это вот огромное, честное слово, спасибо. И как его сказать, на нашем складу боеприпасов прибавилось. Представьте, сколько мы теперь сможем операций сделать, и все будет правильно, и качественно, и нужно, и есть и препараты, и хирургические перчатки, которые постоянно используются при операциях и просто необходимы. Огромное спасибо. Со всего света люди нам помогают, честное слово. Я знаю, что сейчас еще готовится из Израиля посылка. Вот, это тоже большое дело. Но мы постепенно превращаемся в поле чудес. Ну, ребят, всем спасибо огромное. Очень порадовали нас эти подарки. И я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые нам помогают. Огромное спасибо, потому что ваша помощь – это для нас поддержка, с помощью которой мы можем это все остальное делать бесплатно. И это очень нам помогает держаться на этом уровне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, а в комментариях обязательно кто откуда. Почему? Потому что мы понимаем, что мы интернациональные, и со всего света люди присылают нам приветы. И не стесняйтесь это делать дважды, трижды, десять раз. Ну, почему нет? Нам интересно, откуда люди пишут. Нажимайте обязательно на колокольчик, потому что он не даст вам пропустить этот самый, как его... Ну, вообще Саня показывает колокольчик с этой стороны, вот, на колокольчик, потому что он не даст вам пропустить это новое видео и все остальные новые. А мы сейчас немножко полегче станет, но наделаем роликов побольше, потому что, ну, не хватает времени вот на все это. Очень много работы, очень много дел, и мы, очень мало времени остается на съемки, вот в чем дело. Даже когда идут операции, не всегда есть возможность это снимать. И не все операции можно показывать. Всем пока. Всем пока. До свидания. Ребята, всем всего хорошего и огромное спасибо каждому, кто нас поддерживает. И еще хочу товарищам дизлайкерам привет передать. Вы все-таки нас смотрите. Это тоже большое значение. Все, всем пока.